Депутаты, спортсмены, известные казахстанские исполнители собрались сегодня в столичном дворце независимости. Там прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Встречу открыла госсекретарь Гульшара Абдыкаликова. Для некоторых делегатов сегодняшнее заседание стало первым. К примеру, членом АНК стал Илья Ильин. Ряды ассамблеи пополнили еще два десятка известных казахстанцев. В их числе олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, боксер Серик Сапиев, певец Алишер Каримов. Для меня это, в первую очередь, конечно, новая какая-то дорога, новое видение и непосредственно ответственность. Думаю, что это такие первые задатки моей дальнейшей какой-то карьеры, которую я еще пока не знаю, но в будущем. В любом случае, у меня есть хорошие данные, которые я должен направлять в русло созидания, в русло правильного какого-то мышления и видения своего. И думаю, что в будущем принесу какую-то пользу стране, не только в спортивной своей карьере, как было раньше, но и в сфере, так сказать, общественной деятельности.